И будет еще одна музыкальная пауза в ходе торгов, но об этом немножко позже, пусть это для вас будет сюрпризом. И традиционно, если вы, а мы напоминали об этом, не забыли входные билеты, приобретенные в течение 2012 года, то они смогут принять участие в нашей лотерее. В лотерее будет разыгрываться работа Гетмана Царевича Метелева, вы ее наблюдали на стене при входе, это его графический лист с Доврой. И будут разыгрываться еще три блестящих полиграфических издания, которые вышли в этом году при нашем участии. Ну, а засим позвольте начать. Лот номер один, стоящий перед вами. А, самое главное забыл сказать, чтобы не было никакой обиды мастеров, что мы кого-то ценим больше или меньше, мы всех сегодня выстроили в алфавитном порядке. Строго, как нам расставил их компьютер. Единственное нарушение, академик Волович, как и положено академику, будет завершать нашу сегодняшнюю программу. Но тут уж, как говорится, не поспоришь. Его лист из серии «Цирк», альбом об этом, на эту тему сегодня будет также лотерея. И если вам не достанется лотерея, то они у нас есть, и вы можете приобрести на выходе из зала. Итак, лот номер один. Евгений Бабушкин. «Ветер с моря». Работа 2001 года, холст масла. Размер изображения 70 на 101 сантиметр. Стартовая цена по вашему предложению, дамы и господа. Евгений живописец специфический. Он не екатеринбуржец. Он живет в небольшом городе в окрестностях. Но мастерства это не уменьшает. Гурьева Сажаева тоже из своего Богдановича не выезжает. А какой мастер? Я готов принять предложение, если таковые есть, дамы и господа. Шаг. Хотите 100, хотите, как было в Котске России, 1000 рублей. Я не обижусь, дамы и господа. 1000 рублей. Принято. 1000 рублей, дамы и господа. Готов ли кто-то вступить в борьбу с Александровичем? 1000 раз. 2000, благодарю. 2000 раз. 2002. 2500, спасибо. 2500 раз. 2500. 2. 3000. Спасибо, принято. 3000 раз. 3002. 5. 5000 раз. Готов ли кто-то побороться? 5000. 2. 5100? 6. Принято 6. 6000 раз. 6000. 2. 6000. Продано. Я вас благодарю. Номер 14. Это еще не все. Вы от нас так просто не отделаетесь. По традиции за первую приобретенную работу приз бутылка шампанского. У нас впервые на торгах, предупреждаю, что наши сотрудницы подходят к вам, вы подписываете протокол, который означает нашу и вашу взаимодействие.